Ой, дети, а где же мой мешок? Кто смог мой мешок утащить? Волк, Дед Мороз, больше некому. Это только он. Ну что, в праздник в разгаре? Вы еще пожалеете, что меня обижали. Ты что, Серый, решил угрожать? Придется тебе немного потанцевать. Вот волшебным посохом. Ой, лучше уж я посох взял. Сейчас бы я не танцевал. Дедушка, давай его простим, больше так не будет. Будет, будет. Ну что ж, ребята, простим волка. Простите. Да. Мы его простим при условии, что он больше не будет обижать зайца и вернет нам подарки. Обещаю. Вот вам ваши подарки. Только там уже ничего нет. А ну-ка, посмотри-ка, Золушка. Вот, подарочки. Дедушка, а как же ты будешь делить? Ведь ребят-то очень много. А, внученька, а ты забыла, что я волшебник? Чудо, чудо, совершись! Маленькая конфетка в большую превратись! Помоги! Детишки, как красиво рассказали стихи! Давайте мне подарки подарим! Наши подарочки. Вот бабушка, тебе подарочек. Вот только тебе подарочек. Вот принцесса. Вот подарочки. Вот бабушка, тебе подарочек. Вот парни-то, чтобы не тебе подарки. Вот чемпионы тебе подарки. Вот подарок. Вот вам подарок. Вот вам подарок. Конечно, и вам подарки. Тебе, зайка, шоколадный волк. Спасибо. А тебе, дружочек, шоколадный зайка. Ой, родная. Ешьте на здоровье и не ссорьтесь. Ну что ж, друзья, пора прощаться. Но мы не будем огорчаться. В новой сказке, новый днем мы снова в гости к вам придем. Давай, Николай, с Новым годом! Так, у нас еще один без подарка остался. Дедушка, там одного мальчика зовут. Давайте подарим. Вот, Улев, вот тебе подарочек от Деда Мороза. Ой, с Новым годом! Oh, my God.